Обратная сторона благосостояния граждан. Машин больше, ответственности меньше. Водитель мусоровоза Александр Захаров на своем МАЗе показывает нашей съемочной группе так называемые проблемные места у домов гидростроителя. Многие автовладельцы облюбовали карманы возле мусорокамер под парковочные места. Отгружать мусор, говорит Александр, подчас нет никакой возможности. К мусорным бакам просто не подобраться. Владельцы личных авто в массе своей на просьбу переставить машины реагируют одинаково. Ругань, как обычно. Почему вот как-то и почему-то не ставят? А где ставить? Нету площадок, а не ключам. Правильно, тоже с одной стороны. Некуда ставить машину. А по утрам здесь все забито машинами. В предрассветные часы во дворах правого берега идет чуть ли не война между дворниками и жильцами. Эти вмятины, как следствие неправильной парковки. Как рассказывают коммунальщики, бак соскочил с рукава мусоровоза и угодил в новенький Nissan X-Trail. Виновным признали водителя мусоровоза. О некорректной парковке речи даже не шло. Впрочем, подобные примеры единичны. В основном от заторов у мусорокамер страдают сами жильцы домов. Отходы проблемных подъездов могут не отгружать по нескольку дней, а то и недель. Больше десятка таких дворов, когда мы не можем своевременно произвести отгрузку. И выбиваемся из графика, нарушаем его. Транспортные затраты, горючее тратится впустую. Водитель вынужден неоднократно возвращаться в данный двор, подъезжать к дому, либо дожидаться, когда автомобиль отъедет. Среди других методов воздействия – уговоры и просьбы не ставить машины так близко к подъездам. Но такие разговоры, сетуют дворники, на многих не оказывают вообще никакого влияния. Труд дворников замечают только тогда, когда его нет. Мы даже эти самые бумажечки приклеивали на стекло. И как относились к бумажечкам, к этим людям? Ну, они вроде бы это... Одно время не ставят, потом забывается, опять ставят. С каждым годом ситуация ухудшается, говорят коммунальщики. Машин становится больше, ответственность большинства автовладельцев уменьшается. Жильцов предупреждают о времени отгрузки мусора в объявлениях, но, видимо, уровень сознательности и грамотности от материального достатка не зависит. Во всяком случае, пока. Андрей Васильев, Илья Абрамов, телекомпания «Город».